сейчас мы тебе экзамен устроим. Что, видео включил, что ли? Да. Оно всегда включено. Хорошо, начну дробить, не отходя от кассы. Двигаемся по главной дороге. Смотри, там была полоса для поворота направо, в Тополево уходит. Где, там? Да, и ты с нее перестроился сюда, с перекрестком. Тебе повезло то, что там не было направления указано, по каким полосам куда ехать. Как это? Я же указал, что я по главной не сворачиваю направо. Ну, да. Просто там разметка стерлась, где четко показано. Так ее не как я должен ориентироваться? Ну вот тебе повезло, говорю. А так я что должен был сделать? Заранее, заблаговременно. Перестроиться, да? Да. Хорошо. Левый ряд перестраивайся. Опачки, газу дай. Ну, бывает, что. А чё он, блядь, 40? Ну, 40, это... Я тебе еще раз объясню. Никто не будет ехать 40. Все думают, что можно 60 ехать. Да хоть сотку он летит. Ты должен его не мешать. Понимаешь? Так он нарушает. Он нарушает, ну... Ты его подрезал. Понял? Выбирай место для разворота. Здесь можно было, да? Можно было. А если бы я сказал ближайшее место для разворота, ты бы не сдал бы экзамен, если бы проехал бы. Понял? Ага. Потому что у тебя возможность была. Он уже говорит, выбить место для разворота, я могу проехать. Он может сказать ближайшее место. Он так может сказать? Может. Фига себе. Тогда принял. Скажет ближайшее, то надо, блядь, было вон там разворачиваться. Да. Выбирай место для разворота на перекрестке. Регулируем. Здесь можно? Нет. Почему? Не, ну можно, в принципе, здесь. Да? Ну, чем ты руководствуешься? Правила. На перекрестках. А ну-ка выбери место для разворота сейчас. Не доезжая там перекрестком. Давай здесь развернемся. Зеркало смотри. Уходи в полосу без тормозов. Тут полоса для торможения, поворота налево очень достаточно для того, чтобы скинуть скорость на ней. А там что, как я должен повернуть-то? Так что тебя там смутило? Короче, меня смутило. Что поворота налево не было? Ага. Или поворота направо? Просто чуть-чуть влево, да? Это единственное, да? Ты автобус не пропустил. Это единственный критерий, по которым ты не стал разворачиваться, да, на этом перекрестке. Руководствуясь правилом дорожного движения. Ну. Это на перекрестке разворот же разрешен. Разрешен. А здесь разрешен?
А сейчас? Нет, потому что она справа. Нет, мы с той стороны, когда ехали. Нет. Поехали, не стоит. Да. Почему не разрешен? Потому что здесь нет прилегающей территории. Налево. Это не является запретом для разворота, если машина поместится. Убирай место для разворота. Давай, уходи, уходи. Раз, еще раз уходи. Я не успею. Ты не делай аварийный. Все, прямо едь. Нам сейчас по шапке над двоим надают. Левый поворот не включай. Так а что там нельзя почему? Сейчас ты мне сам скажешь. Потому что там две пол. А, в смысле там. Крути руль, поехали. Там место, потому что. Не думай сейчас. Давай, выполняй сначала разворот. Перестраивайся в левый ряд по возможности. Ну ты. Через сплошную, конечно, меньше страшно. Ну вот, ты чё? Ты прославишься на весь этот. Не тупи. Ошибки характерные. Внимательно подъезжай, внимательно смотри, что тебе запрещает, либо не запрещает. Запрещает знак. Какой? А вон там, который стоит. Въезд запрещен? Mm-hmm. Но ты же до него даже не доедешь. Да у меня не хватит площади развернуться здесь. Хватит. Поехали. Опять разворачиваться. Разворачиваться? Да. Только не здесь, поехали. Разгоняй машину. Я тебя вел в заблуждение? Да нет, это кто-то просто подтупливает, да? Подтраивает, да? Левый поворот не включай, опять разворачивайся. Смотри, чтобы синенькая машина нам почему не въехала, которая слева от нас. Она стоит, ждет тебя. Давай, ты не один. Разгоняй машину. Уже в ряд перетаивайся. Что там надо мне увидеть, а? Да здесь ты отсюда ничего не увидишь. Давай, 60, едь. На светофор обрати внимание, успеешь? Ага. Тогда тормози. Ну стоп-линию-то зачем ты пересек? Сейчас ты видишь ее? Сейчас вижу. Там движение только прямо, да? Потому что нельзя знак вот здесь висит. Где знак висит? Здесь, по-любому, да? На дорогу смотри, двумя руками руль держи. Разворачивайся. Тормозить нужно в полосе. Не в той, по которой ты шел, а куда ты перестроился. По возможности. А, нет, тут вообще знак стоит. 4,5 метра. Почему здесь нельзя развернуться? Вот сейчас подумаем. Ты опять на вступлению наехал? Нет. Дим, да. Справа от тебя вот вступление, я ее вижу. Мы стоим прям колесами на ней. Почему здесь нельзя развернуться? Выбирай место для разворота.
Ну, ты как хотел. Давай по накатанному маршруту. Ты уже знаешь, где я развернулся здесь, и опять поехать в обратном направлении. Хорош уже. Ну, все от тебя зависит. Левый поворотник, зеркало. Убавим. Давай, смелей. Короче, все, я сдаюсь. Ну, потому что... А что ты на красный-то едешь? Едем уже. Едем. Не надо сдаваться. Давай побеждай. Вот так и на экзамен. Человек заморочится, когда ему инспектор что-то задаст, какой-то вопрос. И начинает прям... люлить, пердеть. Никогда так не лезь. Сначала пусть он закончит свой маневр, выполнит. Давай там левый ряд. Сейчас смотрим. Главная дорога есть. Движение грузовых автомобилей. Высота. Опять не заметил. Разворачивайся. Ты подсказывай мне просто, я уже не могу, я уже все перед. Знак там какой-то есть. Правильно? Движение прям. Там нет знака. Вот здесь знак стоит, когда туда едешь в обратную сторону. Давай разворачивайся. В левый ряд уходи по возможности. Давай, есть возможность, давай. Ну что там красный или что, или как? Там светофор стоит. В правый ряд уйди. Уже нет. Запрещено знак. Ты не там смотришь. Здесь? Да. Объезд. Причем тут объезд? Разворачивайся. Давай уходи, включай поворотник, отпустил всех. Смотри внимательно, куда нужно смотреть? На разметку, на знаки. Только прямо тут разметка. Нашел? Да. Да, поехали, да. Я же тебе объяснял, но я за знак говорил. Ну, а это знак, разметка. Движение только прямо. Где ты увидел? Знак, кажется, сдал. Но там какой не было знак? Я его перепутал. Ну ты же не видел разметку. Не. Ну все, что ты начинаешь юлить? Есть, сэр. Я не прав. Я долго думал. Раз. 15 минут у тебя ушло на это, чтобы увидеть.